Всем привет, ребят, с вами я, Майнспектор. Сегодня Блокстрайку исполняется 7 лет. Мне кажется, каждый будет рад, потому что вас будут ждать и подарки, и обновления. Это, конечно же, все круто, все дела, но вы, наверное, зададитесь вопросом, а где же подарки? Ну, естественно, разработчики не забыли, в скором времени выйдет рождественское обновление, где будет подарок для нас, который мы заберем. И они сказали то, что скоро заберем. Поэтому, ребята, мне кажется, то, что обновление выйдет примерно в ближайшую следующую неделю, поэтому, ребята, ждем. Ждем подарка, ждем вообще рождественской обновы, потому что добавят, скорее всего, ну, хотя не скорее всего, а прям 100% добавят новый кейс. Что еще? Добавят декорации, там всякие бла-бла-бла, Новый год. Ладно, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк. Еще раз поздравляем Blockstrike с днем рождения. Лично от меня хочу, чтобы игра не умирала, дальше развивалась, потому что мне нравятся стрелялки. Ну и в принципе все, ребята. С вами был я, Майнспектор. Всем удачи и всем пока.